В Черепановском районе построят новую школу. В селе Посевная больше 450 учеников, и сейчас им приходится ютиться в маленьком здании, старому корпусу которого почти сотня лет. Школу в соседнем селе Дорогино, кстати, тоже ждут большие перемены. Екатерина Стывко подробнее. Бант, кудри и школьная форма. Для 6-летней Ани Савко сегодня особенный день. Впервые сядет за парту. С садиком расставаться грустно, говорит девочка. Но к началу учебы готова. Ты сюда слушает учителя, пишут, читают и поднимают руку, когда учителя просят. В Дорогинскую школу в этом году набрали два первых класса. Торжественная линейка начинается с поднятия российского флага под гимн страны. А на урок детей приглашает первый звонок. В этом году у школы юбилей – 80 лет. Хорошим подарком мог бы стать ремонт, говорят учителя. Это, конечно, актовый зал. Уделить внимание особенно актовому залу и кабинетам. Кабинетам на втором этаже, кабинету математики, кабинету русского языка, литературы. О планах преподаватели рассказывают председателю законодательного собрания региона. В прошлом году депутаты уже помогли купить посуду и снегоуборочную технику. И если в Дорогино школу еще можно отремонтировать, то в соседнем селе Посевная ее проще снести. Она состоит из школы 29-го года, затем здание построено было второе в 60-х годах и последнее в 70-х. Но дело в том, что здание, которое было построено в 60-х годах, оно стало аварийным. Дети там учиться не могут. 477 учеников. Места всем не хватает. Учеба в две смены. Участок для новой школы уже выбран. Сейчас разрабатывают проект. Развитие ребенка должно быть разносторонним. Изучать искусство в этом году дети будут в отремонтированном Доме творчества. Трещины в стенах, деревянный пол, старые железные балетные станки. Так выглядел этот класс до реконструкции. Ну а теперь все по современным стандартам. Обратить внимание стоит на пол. Здесь специальное нескользящее покрытие, то есть дети не получат травмы на уроках. В школе полностью заменили коммуникации и проводку, провели вентиляцию, оснастили актовый зал. На очереди Посевнинский дом культуры. Задача номер один, значит, это запустить проектно-сметную документацию по ремонту, потому что это все здания 70-х годов, это силикатный кирпич, чуть крыша побежала, значит, идет развал. Но это еще здания живые, которые можно спокойно сделать, и школа искусств – это наглядный пример. А чтобы детям после учебы было где гулять, в Черепановском районе благоустраивают парки и скверы. Например, на площади перед Посевнинским домом культуры жители хотят поставить летнюю сцену. Екатерина Стывко, Евгений Павлов, новости ОТС.